Здравствуйте, меня зовут Александр, и сейчас мы с вами разберем два наших экспоната на выставке. Это КБМ-108PS и КБМ-11. Сейчас мы с вами разберем основные отличия, чтобы у вас возникало меньше вопросов при выборе данных культиваторов. КБМ-108PS – предпосевной культиватор. Отличие между 11-м – это, во-первых, стрельчатая лапа 150 мм. Обратите внимание, собственное производство. Стойка 400 мм и подпружинник, также собственное производство. Повторюсь и буду повторяться постоянно, что большинство изготавливаемых запчастей – это собственное производство. Дальше мы с вами пройдем комплектации. На данный момент вы видите культиватор КБМ-108PS. Это стандартная комплектация, 3 ряда рабочих органов, выравнивающая гребенка и роторный каток. Соответственно, рабочие органы рыхлят землю на глубину от 4 до 8 сантиметров. Гребенка выравнивает и разбивает образовавшиеся комки в земле, а комкодавитель дробит их и дополнительно и вспушивает землю, накрывает их, как бы сказать, пуховым одеялом, соответственно, при этом сохраняя влагу, что очень важно для произведения посева на обрабатываемой земле. Данный культиватор изготавливается шириной от 4 до 14 метров. Соответственно, есть большой выбор под ваши трактора. Поэтому при заказе культиватора вы должны обязательно либо у дилера, либо на заводе у консультантов уточнить информацию по применяемости ширины захвата культиватора к вашему трактору. Поэтому обязательно лучше подойти правильно к выбору культиватора, чтобы не было потом проблем. Данные культиваторы изготавливаются в исполнении 3-4 ряда рабочих органов с гребенкой, без гребенки и с одинарным, либо с данным катком. Соответственно, при выборе культиватора вы должны обязательно все уточнить у дилеров, либо проконсультироваться на заводе у наших специалистов. Ну, это я. Можете меня уточнить, я вам все расскажу и покажу. Наш культиватор изготавливается из легированной стали, что позволяет увеличить его прочность, и покрывается двухкомпонентной полиуретановой эмалью для увеличения срока службы. Гидравлику и гидроцилиндры мы изготавливаем сами по итальянской технологии. Соответственно, нареканий по гидросистеме культиватора у вас не будет. Соответственно, данный культиватор мы выпускаем уже более 12 лет. Поэтому это отработанная конструкция. Берите, не пожалеете. Предлагаю перейти к следующей модели. Культиватор, давайте возьмем общий план, чтобы все видели, что это за культиватор. Они вроде по виду они одинаковые, можете даже сделать вид, общий вид, там посмотреть сейчас на тот, посмотреть на этот, и потом сказать, что 10 отличий. Давайте найдем несколько отличий между этими культиваторами, правильно? Соответственно, на данном культиваторе это КБМ-11 универсальный, лапа 215, посмотрите, собственное производство. Стойка идет 520-я, она больше, чем на предпосевном. Подпружинник, соответственно, здесь все делаем также сами. Это первое отличие, лапа, стойка отличается от предпосевного культиватора. Следующее отличие от предпосевного культиватора, что рабочие органы расстояние между рабочими органами в районе 680-700 мм. В отличие от предпосевного, в предпосевном 380-400, что позволяет увеличить пропускную способность соломы, пожневных остатков и не будет забиваться. Соответственно, культиватор может комплектоваться двойной штригельной бараной и одинарным комкодавителем. Также вы можете при заказе уточнить комплектацию, поэтому при выборе обязательно надо проконсультироваться со специалистами при правильном выборе культиватора. Также наши культиваторы оборудуются защитой гидросистемы для того, чтобы при раскрывании, при работе механизатор возможно мог забыть открыть стопорные механизмы и при этом не погнуть культиватор гидравликой. Соответственно, здесь есть защита, и ваш культиватор будет сохранен, и вы ничего не сломаете при его использовании.
Данный культиватор изготавливается с шириной захвата 6, 8, 11 и 15 метров. Соответственно, мы подберем вам для вас любой культиватор, и вы будете довольны выбором. Что еще можно сказать? Что наши культиваторы – это надежность, качество. Поэтому приходите к нам на выставке, когда мы будем выставляться. Заходите к нам на сайт, в Инстаграме. Обязательно подписывайтесь на нас, и мы вас ждем. Ну, я думаю, что вы будете нашими клиентами в будущем, кто посмотрит это видео. До новых встреч!